Здравствуйте. Можно вас? Так, мы сегодня собираем подписи за восстановление фонтана на Ленина перед Амаксом, который раньше был перед туристом. Вот, и там была прогулочная зона, скверик. А сейчас там хотят построить небольшой торговый центр. Мы как бы против этого и хотим за восстановление фонтана. Хотим, чтобы тут построили парк и фонтан. Вот здесь? Да, да, да. Я живу на Ленина уже еще очень давно, и я застал еще фонтан, который был перед туристом, и после, что была там прогулочная зона, там все гуляли, отдыхали. Вот сейчас там ничего нету, пустое место. Ну, как бы хотелось бы, чтобы там все-таки был фонтан и небольшой скверик.